всем кофе. Говорят, типа, а нет, ну,
Миллерово. Миллерово проехали, теперь едем далее.
Так, ну что, мы в Ростове уже. Ростов главный. Поезд приехал. В принципе, одна нога уже на юге. На море, точнее. Да, на улице полно. Вагоны битком забиты были. Ну все. Все битком. Всем добрый вечер. Сегодня мы находимся уже в Ростове. Ростов главный. На поезд стоит 22 минуты. Вот. Едем в Анапу. Народу полно, битком все забито было. Все вагоны битком забиты. Ну, мы... Да. Одной ногой уже на море, можно сказать. Вот. Это всем хорошего вечера, позитивное настроение. Всем удачи и всем пока-пока. До следующего видео, и все, не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Дальше его в Анапе увидимся. Так что всем пока-пока. Всем доброе утро. Мы подъезжаем уже. Там водохранилище. Или... Да, это водохранилище. Вот. Лавка водохранилища. Где Вича его привез, короче говоря. Он. Ну, короче, все. Ну, сейчас он еще будет минут 30. Тут как всегда. Так что. Приехали практически. Все. Вон Анапа. Всем пока-пока. Хорошего дня, отличного настроения. А мне хорошего отдыха. Всем пока-пока. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Дальше еще интереснее будет. Всем пока-пока. Едем дальше.
ты видишь его. Да, прям раньше они не приехали. Это всем доброе утро. Всем хорошего дня. Вагон там полупустой. Явно. Всем пока-пока. Не забываем подписывайтесь, подписывайтесь на канал. Дальше все интересно будет. Всем пока-пока. Так, ну что, мы приехали.